Европейское космическое агентство представляет. Впервые в истории человечества. Первый полет человека на Марс. Первый экипаж. Лучший экипаж. Да, это я. Можете меня поздравить, господа. Состоялась первая экспедиция с высадкой людей на Марс. Я первый. Вау. Боже мой, как круто. Это Марс, господа. Это колонизация новой планеты. Вам нравится? Не понял. Мама дорогая, я не понял. Походу, я не один, который хотел покорить Красную планету. Блин. Да, для некоторых первая экспедиция на Красную планету станет последней, но не для меня. Я не из робкого десятка, господа. Я дам жизнь этой планете. Потому как в нашей спасательной капсуле имеется крафтинг, где мы будем крафтить кислородные капсулы, бутылки с водой, у нас есть ящик, у нас есть космопаёк. Вау, прикольно. Но и для таких, как я, который хочет просто посмотреть хотя бы, что это с собой планета представляет, для нас есть золотой ящик, и тут у нас есть реактивный ранец, рюкзак, экзоскелет, сапоги ловкости и разнообразные чипы на строительство, для разборки, для скорости добычи ресурсов и фонарик. А ну-ка, примерка. Оп, 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 оп. Ну вот, я готов. Я готов, ребята, дать жизнь этой планете. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Блин, ну нет, давай. Привет, друзья. Привет, люди. Здорово всем. Меня зовут Андрюха, канал Шмурки Плей, игра Planet Crafter. В жанре приключения и выживания и исследования в открытом мире. Стилистика окружения относится к фантастике с игровым режимом, как и для одного человека, как и для всей банды. Ну, там вроде бы до 9 человек. Главный герой игры сможет заняться строительством базы на Марсе, это вам не шуточки, и окунуться в космический иной мир и познать много интересного на другой планете. Наша главная цель – отправиться на враждебную планету и сделать все возможное, чтобы она стала пригодной для жизни человечества. Что может быть увлекательней, чем познать хотя бы виртуально космический мир? Каково это собирать ресурсы, строить базу и машины там всякие, понимаете? Даже просто выжить в одиночестве в такой суровой обстановке – это уже сложно обычному человеку, поверьте. Но нашему герою понадобится база, всевозможные машины, чтобы почувствовать себя как дома и иметь возможность дать жизнь этой планете. Для того, чтобы нагреть планету, мы создадим атмосферу с достаточным количеством кислорода. Ну и чтобы выжить, нужно будет научиться собирать полезные ископаемые, ресурсы там всякие, приспособления. Для этого нам понадобятся инструменты для выполнения своей миссии. В общем, господа, исследуем старые разбитые корабли, руины и открываем для себя планету, полную тайн и мистики. Повторяем, открываем для себя планету, полную тайн и мистики. Совершенно верно, с вас лайк, первое впечатление, посмотрим, почекаем, увидим. Да, ребята, вот примерно так. Я немножко начал тут туда-сюда. И, ну, себе немножко базу вот построил, как бы. Игра, конечно, тут капец. Захватывает времени, уходит валом. Я так, как говорится, это я так себе поставил, чтобы у меня было. Тут что у меня? А, тут пока еще я ничего не сделал. Ладно, знаете, что я хочу? Я хочу немного еще поэкспериментировать. Короче.
Вот где была наша спасательная капсула, а тут все затопило водой. Так что, если что, кто не в курсе, это... Да, я тут еще поставил вот эти вот всякие... Добываем тут ресурсы, но оно все под водой. Но оно пока работает, мне, в принципе, не проблема. Мне, в принципе, не проблема. Так, ну, в любом случае, да, надо все вот это строить, развивать. Погоди, где наш командный пункт? Вот, этап терраформирования, понимаете? Чтобы, как говорится, ну, небо уже голубое, как бы... Но воздуха не хватает. Кстати, знаете, что мы сейчас сделаем? Давайте мы сейчас этот этапчик, ребята... Мы его сейчас... Вот, мы его сейчас... Влупим по максимуму. Пошли уже сразу эти чертежи открываться, да? Ну да. Приют для животных, ферма земноводных, аквариумы, инкубатор... Сетель деревьев, ё-моё, биокупол создает древесную кору. Ага. Кормушка для животных, ё-моё, тут еще капец. Генератор порталов, ребята, экскаваторная платформа. Стартовая площадка. Значительно ускоряет процесс терраформирования, позволяя выводить ракеты на орбиту. Кстати, по поводу ракет на орбиту... Так, ну у нас тут терраформирование, да, тут все, тут уже, как говорится, воздух даже есть чистый, видите, 200%, это я переборщил, ну неважно с этим. Да, можно еще этот, тепло, кислород, давление поднимать, ну в принципе, с этим понятно все, да, у нас есть куча ресурсов, так, вода, конечно, поднялась, капец, блядь, ё-моё, ты понимаешь, как вода поднялась? Чтобы вы понимали, тут вообще было все сухо и надежно, когда я все это тут строил. Блин, даже у меня вот тут шкаф... Ладно, а ну погоди. По поводу каких ракет мы можем создать? GPS-спутник. Ракета для притяжения астероида. Это первая ракета. Принимает урановые астероиды. Дает глобальный бонус к генерации тепла. Создал. Проверять. Я создал. Ё-моё, ну что, запускай. Пошла, родная, слушай. Да. Это мы так, знаете, чтобы посмотреть, что вообще тут примерно есть. Так, с ракетами. О, смотри. Ничего пока не происходит. Ладно, давай мы еще... Не-не-не-не-не, все, пошла жара, да? Буря, буря в пустыне. Кстати, еще мы создадим. Ой, манана, ты смотри, куда она улупила. Короче, да. Короче, надо было, знаете, где строиться? Надо было строиться где-то повыше. Я же не думал, что тут будет вода. Понятно? Уранчик, уранчик летит. Ну, а тут что было? Тоже вроде уран, да? Да, да. Эта ракета дает уран. Хорошо, давай вторую еще посмотрим. А, я, кстати, еще хочу взять компас. У меня есть под запасом. Так, создаем ракета с защитой от магнитного поля. Принимает иридиевые астероиды, дает глобальный бонус генерации давления, защищая магнитное поле. Ну, ракета как ракета. Видали мы так? Погнала. Блин, она застряла. И я застрял. Она застряла. Она застряла. И что делать? Сейчас будет бадабум.
Так что, ребята, видите, даже у меня все какие-то есть проблемы. На меня летит, смотри. А, не, в ракету попал. Это капец. Ну, я надеюсь, анимация исчезнет из ракеты, да? Да. Полетели туда, посмотрим, что там. Не, ну забавно, прикольно, весело. Так, погоди, что-то я не понял. А где плюшки? Блин, а где же плюшки? Ну ладно, в принципе это. В принципе, что-то там должно выпадать. Надо просто будет чекать, но нам это не так важно. Да? Ну давай сверху посмотрим, он туда еще приземлился. Да, есть, есть, я вижу, да, что-то есть там. Да, это прикольно. И что тут есть? Что ты тут видишь? Ничего не вижу. Мусор. Бардак. Бардак вижу. Не, ну серьезно? Ну да, что-то... Ладно. Ладно. Ну и как говорится, давай еще сделаем... Это еще тоже тема, да, не раскрыта, не закрыта, но мне нравится. Вот, мы сейчас создадим GPS-спутник. Обеспечить лучшую геолокацию на экране местности. Ну, как говорится, спутник с Богом. Пошел красавец. Все, теперь со спутником, как говорится, уже скучать не будем. Ладно. Это мы потом разберемся. По поводу того, что мы там, смотри, у нас уже открылось, да, приют для животных. Вставляйте ДНК существ, чтобы создать животных. Блин, это интересно. Это интересно. Приют для животных. Слушай, ну да ладно, в принципе, наша основная база, да, которая как бы я строила, она не особо этот, под воду ушла. Надеюсь, уже больше вода подниматься не будет. Кстати, это у нас тут камин. А что, ну что, давайте что-то еще попробуем. Я вот не знаю, что лучше купить, этот взять. Аквариум. Ферма земноводных. Инкубатор. Какая там капсула надо было? Кислородная капсула, да, была у меня тут. Смотри, а ну давай инкубатора сейчас просто чекни. Ну, есть инкубатор. Так, икра рыбы. Икра лягушки. Ну, кстати, по поводу икры рыбы, кстати, у меня есть это, да. У меня, кстати, есть икра рыбы, так погоди. Ну да, это понятно, чтобы нам там исследовать. Что мы хотим исследовать? Ну, допустим, ладно, давай фотопланктон. У нас где-то был тут фотопланктон. Допустим, пойдет этот. А, фотопланктон надо Б. Слушай, а у меня нет. А, есть Б. Супер. Получается. Мутагенты, трики и удобрения. Мутагенты третий и удобрение. А какое удобрение было? Зеленое или красное? Я не помню. Черное, да? Есть. И что? Исследовать. Вот как бы этот идет. Хорошо, погоди, погоди. А ну-ка, погоди. Fish farm. Ферма для рыб. Это куда ее расположить надо? Серьезно?
Так, давай. Ну погоди. У меня тут есть икра, допустим, икра золотой рыбки. А ну. Блин, ну неудобно тут как-то, слушай. Айнама, слушай, смотри. Вот. Рыбка золотая. Ха, а ну погоди, давай еще посмотрим. Фишфарм, вот тут давай сделаем. У меня еще там есть какая-то икра была. Вот икра, допустим, рыбы буйо. Ну давай, рыба буйо, какая ты вообще? Вот. Прикольно, слушай, хорошо. Так, что это за манипулятор такой? Так. Вот так я изучаю игру. Ну, это так, посмотри. Так, все надо какие-то вставить. Погоди, у нас и такое было где-то. Не знаю, ну, это у нас... Вообще не писано, может, оно сегодня не подойдет. Что она там исследует? Да бог его знает. Короче, с этим надо будет... А, вот. Ага, семена дерева, я понял. Понимаете, что все надо? Ага. Это не оно. Погоди, значит, это убираем. Понял. Так, в общем, в принципе, надо разбираться. Да, очень всего... Генетическая особенность. Вставьте его в генетический синтезатор, чтобы создать новое существо. Генетический синтезатор. Хорошо. Генетический синтезатор. Но в принципе, я думаю, да. Ну, все понятно или нет? Понятно или нет? Ракета с растениями. Ё-моё, слушай. Да, очень много всего, очень все интересно, все охота попробовать. Телепорт даже есть, уважаемые дамы и господа. Автокрафтер автоматически изготавливает выбранный рецепт, если все ингредиенты для него находятся в пределах досягаемости. Хорошая имба, имбище. Так, ферма земноводных. Это понятно, аквариум был, инкубатор был. А что я еще хотел? Приют для животных. Вот, ДНК существ. Так, а что мне надо? У меня, в принципе, все есть, да? Семя лирмы. Смотри, семя... А, не так, подожди. Привет для животных. Сейчас, секундочку. Вот вам ваш приют для животных. Где его разместить-то, а? Темнота. Не видно ничего. Ну, я не знаю. Ну, допустим. Не-не-не, погоди. Блин, а где его разместить, этот приют для животных? Блядь. Не говори. Ну, я не знаю, будет ли тут оно. Ну, давай попробуем, что это такое. Приют для животных. Где животные? Так, хорошо. Кажись, я начинаю понимать, как это работает, да? Короче, а ну. Или вот это надо все вот это поставить сюда. Не, но слушай. Это 100% оно у меня есть. Правильно? Правильно, ну погоди. У меня там еще было их. А ну сейчас мы все залупим сюда. Рамка для рыбы. Ой-ой-ой, боже мой, да, тут, конечно, капец. А, так слушай. А вот и животные, да? С ума сойти, а ну погоди. А если вот так, а вот так? Приют для животных. Или вот это? Да, но работай, слушай. Вау. А ну еще один приют. Давай, то сейчас мы...
Вот, пожалуйста, приют для животных. Вот и животные. Вау. Прикольно, слушай, да, ты видишь, насколько тут всего куча этих. Это что какое-то? Ну ладно, не суть. Не суть, ребятка. Год, их еще надо будет кормить. Стадия роста, они еще растут. А чем вас кормить вообще? Ну, походу, ну, я не знаю, это будем разбираться. Так, ну, тепло есть, давление, ну, это все понятное. В принципе, ребята, на этой веселой, замечательной ноте мы будем прощаться. Всем огромное спасибо, всем пока.